Но не 7 малых штрафов, насколько вы помните. Ну, напомню, на всякий случай. Шайба в воротах. И вновь звено Андрея Никитенко. Считанные секунды понадобились нижегородцам для того, чтобы забросить четвертую шайбу. Я так понимаю, что всем все уже примерно ясно становится. По такой игре отыграть 3 шайбы, ну, крайне сложно будет. Михаил Варнаков с передачи Андрея Никитенко забивает четвертую шайбу.